стало известно, что Минюст России отправило заявление с экстремистскими высказываниями Юрия Шевчука в ФСБ. На своем выступлении в Дубае лидер группы ДДТ наговорил на статью публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ранее заявления на музыканта были направлены в Генпрокуратуру и Министерство юстиции. Проверка рок-музыканта в Генеральной прокуратуре все еще продолжается, однако в Минюсте РФ уже имеется ответ. Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния рассмотрел обращение и направил его в ФСБ. Таким образом, скандальную речь, произнесенную Юрием Шевчуком во время выступления в Дубае в начале мая, рассмотрят специалисты ФСБ. В своей речи Юрий Шевчук выразил уверенность в том, что все всегда заканчивается революцией и призвал всех поддержать такую концепцию. После этого председатель Совета отцов России, Андрей Сгонников, обратился с просьбой проверить знаменитого в России рок-музыканта на экстремизм. Ранее сообщалось, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука окончательно выдворили из России.